Привет! Вы на канале Маленькие Леди. Я всех поздравляю с Рождеством. Вот нам сегодня под елку принес Дед Мороз кухню. Ну не кухню, а вот пирожное и тортик. Вот я сегодня покажу с моей младшей сестричкой, как мы будем играть. Машенька, давай играть. Вот такое вот пирожное. От него там еще были такие всякие штучки. Вот. И тортик. И тарелки, и ножик. Вот тарелочки еще такие были. Вот. И тарелочки. Четыре. Четыре пирожных, четыре тортика. Вот торт, вот кусочки тортика, вот такие вот, сейчас я их сложу. Машенька, давай сложим, покажем всем. Вот, давай. Вот такой вот тортик у нас и нож. Вот, нож. Маш, скажи нож. Нож. Маша у нас очень любит ножом резать. Вот еще у нас такая кухня, там у нас много-много-много посуды, вон там. У нас там еще очень-очень много посуды. А там у нас, вот там у нас пицца. Там, вот пицца у нас тут парится. Пицца, да? Делается. Там вот такой рисунок, будто бы индейка. Вот в этой коробке нам принес Дед Мороз вот такие вот. Вот у нас такой тортик и такое вот, такие вот пирожные с ножиком. Это уже другая коллекция тортик. Такой же, чуть другой. Вот. Вот. И наша Маша очень-очень любит резать все такое, эти тортики. Надо больше. Машенька, ты больше не хочешь сниматься? Машенька, дай Насте кусочек тортика. Дай мне. Тарелочку положи. Вот, Машенька, бери тарелочку. Спасибо. А я тебе кусочек пирожного со свечкой. Задувай свечку. Бери. Ой, упал. Бери. Ой, упал. Бери. Это тортик. Тортик? Вот. Вкусно, Машенька? У нас там мисс Кэти покидает свой дом. Мы очень заинтересовались мисс Кэти. Она очень нравится. Особенно нам с Машей. Авария. Ой-ой-ой. Просто. А где хлебушек? А, хлебушек? Так, а хлебушек только один. Мы один потеряли. Вот, тут у нас там много-много всего. Вот капуста, морковка, ананас. Индейка маленькая. И вот один хлебушек. А, вот два хлебушка. Вот раз, два. Тут чуть-чуть сломалось, не стоит. Тут можно так вот крутить вот эту штучку, чтобы у меня чуть-чуть не получается. Вот. Маша, одень. Еще один ролик покажем с нашей куклой. Вот у нас тут еще такая лампа, будто бы, когда она включается. Здесь вот может висеть все наши вилки, ложки. Вот. Тут там еще бутылка. А соска, где наши.
Одна у нас у бабушки осталась, а другая, другая соска потеряли. Другую соску. Кто сюда? Кто сюда? Сосу? А соса потерялась, Маша. Ну, потом ее найдем. Ой. А. Вот. Вот такие вот здесь есть конфетки. Вот такие конфетки, типа воздушка, вот еще. И вот маленькая такая, похожа на лук. Вот. Кетчуп. Это что, масло какое-то кукурузное? Они так достаются, да? Да, они тут достаются. Так вот. Вот. А здесь я сделала все, что было красиво такое. Красная клубничка и вишенка такая вот. Вот. Мне очень понравился подарок. Вот когда я проснулась, мама с Машей заметили то, что есть подарок под елкой. А я посмотрела. Вот. Ну ладно, пока что. Пока. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.